Добро пожаловать на канал Hardware Asset Info. Перед нами находится устройство Nokia G60. И сейчас я покажу вам, как войти, точнее, как открыть настройки разработчика. Итак, для этого мы открываем приложение настройки, после чего проходим в раздел о телефоне. Проходим в самый низ, видим номер сборки, теперь нажимаем на него несколько раз, после чего вводим пароль экрана блокировки, далее возвращаемся и заходим теперь в настройки системы и видим, здесь появился раздел для разработчиков. Нажимаем на него, можем посмотреть, что здесь есть, что-то понастраивать. А если вы захотите его выключить, то убираете галочку вот отсюда. И он пропадет из настроек. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.